У старого года кончается срок, остался у года последний денек, последнее утро, последняя ночь, и старому году ничем не помочь. Последнее утро, последняя ночь, он вышел из дома и двинулся прочь. На белой поляне костер разложил, подумал, а так ли как надо я жил? И сел у последнего в жизни костра и долго смотрел на огонь до утра. Дорогие одноклассники, дорогие друзья, всех со старым Новым годом! И пусть наши мечты сбываются, и пусть мы всегда будем здоровы, счастливы, чтобы мы были всегда друг с другом. На этом пока. С вами была ваша Лариса Изюмченко.